Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и добро пожаловать в Агарию Голодные Игры. Сегодня мы с вами будем открывать армейские сундучки. Ну что ж, давайте приступим. Но перед этим давайте посмотрим, сколько вообще у меня тут бонусов. А, так, резиновые щиты, пиццы у меня 25, нужно до сентября с вами использовать. Вау, много перчаток надо использовать, крюки использовать. О, 122, нифига себе. Так, в общем, примерно вот такие у меня ресурсы. Вот теперь у нас будет намного больше. Так, запомним алмазы, монетки. И открываем. Это будет круто. Фуф, давненько мы с вами все ждали и ждали, оттягивали этот момент. И все-таки давайте откроем. И, кстати, фуражку нам до какого числа дадут? Нам, кстати, надо что-нибудь одеть. А что, я фуражку не могу надеть? А, видимо, истек срок. Ну все, понял. Нам сейчас фуражку еще на какое-то время дадут. А, 36 часов дали нам. Фуражку, отлично. А, пиццы. Пиццы много. Пиццы и мясо. Это самое лучшее, что может быть. Хорошо, давайте дальше. Дальше открываем, ребятки. Ух ты. Так, хорошо. Много-много пиццы. Мне это нравится. Обожаю пиццу. Третий. Тут много щитов нам дали. Отлично. И последний сундук, ребятки. Фуф, что нам попадет? Что нам выпадет? А, нормально, пицца. Пицца, мясо. Сойдет. Ну, что ж, вот такие вот бонусы. До 24 числа. Блин, это на сколько дней? На 5 дней, да, примерно у нас. А, постараемся попользоваться шапочкой нашей. Денежки, я думаю, мы подэкономим. И будем ждать новые обновления в Агарию. Будет круто, я думаю. Что у нас тут? У нас прибавилась пицца. Теперь 55 пиццы, 55 щитов. Крюков 85. И у нас 30 штук надо мяса нам будет использовать. Ну, ладушки. Выбираем аватарку. Давайте тебя возьмем. И в клановых... гонках. Мы выиграем клан ВМ. Так, что у нас тут еще интересного произошло? Заявки в друзья. Так. Хорошо, просмотрели, кто у нас тут есть. Я думал, может быть, Марина пришла, но ее нету пока что, к сожалению. А, ладно, давайте уже поиграем. Выбираем сервер. Каппа 447. Свернем экран. И нужно быть на чеку, ребятки, на чеку. Oh, no. Блин, боже, что моя мамуля съела меня. Так, отлично. Сделал потише звук, потому что вы просили то, что... Блин, сильно. Вам не нравятся звуки Агарио, когда я там что-нибудь... Ну, вообще, звуки все Агарио. Когда крошки ем всякие. Когда съедают. Говорит, эти звуки раздражают. Я просто сделаю потише немножко. Там уже какой-то спор возник у них. Отвали. Горький. Неужели Горки меня съел? Вау. Вообще тут опасно. Диман? Будет ли меня есть Диман, я не знаю. Отлично. Вау, я боюсь. Давайте немножко уйдем от них. Четверых я пока что съел. Ух ты, как Диман вырос-то. Ислам. Ладно, пофиг. Дима поплакал. А, забыл в настройках сделать. Полный экран у нас не будет. Полного экрана. Продолжим. Рина? Я же кляп нанес. Почему? Почему? Судьба так несправедлива ко мне.
Фишка? А, ну это не тот фишка. Дракон. Ух ты ж, блин. Вообще тут опасно сейчас находиться. Блин, неужели меня подкармливают? Так, ну ладно. Окей, ладно, не буду есть. Хитрожопый, такой ник еще смешной. Так, спасибо. Хитрожопый и дракончик. С вами тимимся. Нет. Ну, блин. Там опасно. Замечательно. Отлично. Покушали. Я, может быть, не сильно часто говорю, ребятки, но мне так просто... я так сосредотачиваюсь. Мне легче так сосредоточиться будет. Класс. Блин. Я вот так. Чуть не съел дракончика. Так, неплохо тимимся. Немножко подкормили лидера. Нет. Мы уже решили тимиться, то продолжим. Так, мне помогают. О, спасибо. Правда, мы много массы теряем. Тихо, отойди, блин, я же хотел. Ну-ка. Замечательно. Нормуль. Так. Так будет круче. Нормально. Ведем курс, наш корабль, так сказать. Так, а кто там? Мастер. Да что ты будешь делать? Нормально. Неплохо тимимся. Мы как бы много массы не берем. Потихоньку, помаленьку тимимся. Так, отлично. Так, отлично. А, Фаир. Отлично, это же с нашего клана. Так, замечательно. Ладно, можно и уйти, мы массу, я думаю, наберем. Зачем нашего-то съели? Блин.
Так, давайте хитрожопого покормим. Так, нормально. Оксана? Так, нормально. Нормуль. Блин, зачем так сделал? Там вообще опасно. Зачем нахрен-то обижать? Фаир. А что происходит вообще? Так где ж? Отлично, Фаир. Это же из нашего. Да что ты будешь делать? Сергей съел всех. Ах ты какой Сергей. 1000 опыта с вами принесли. Пожалуй, продолжим. Горький? Да нет, не горький, нормальный. Я считаю, что нормальный. А там кто? Ух ты, хаос. Пока что потимлюсь с горьким. Ох ты, что там творится? Блин, вакханэйшнс какой-то. Какой большой. Я на втором месте. Походу делал вот этот прагма. Прагма на первом месте. И у него закончился щит, и он воспользовался новым щитом. Я думаю, я сделал точно так же. Я вижу Оксану. Скорее всего, попытаются разбить меня, поэтому я постараюсь от ключек подальше уйти. Вижу, что там Сергей. Вау, это нам не помогло. Почему он просит, чтобы я его покормил? Зеленого будут разбивать, неужели? Прагма. Зона королева. Запомнили королеву, потом прагму. Это они плохие. Они, ребятки, очень плохие. Теперь мне надо дойти до них, добраться. Вау, да как я тут доберусь-то? Все-таки съели нас. Хаос, Серж. Таки добили просто.
Вы искоренили. Ну, ребят, заметили, что на стриме у нас намного круче получается играть, потому что вы, конечно же, мне помогаете. Без вас мы бы топы не брали. Благодаря стримам, ребятки, мы реально рулим. То есть стримы — это очень хороший шанс показать, кто мы, на что мы способны, ребята. Когда мы вместе. Фантастик мне помогает, королева из зоны. Я сомневаюсь, что он мне поможет. Но он же в трос меня съел. Явно ел. Фантастик. Ну тут хороший шанс просто удрать. Не знаю, как поведет себя фантастик, но пока вроде не ест меня. Блин. Я использовал щиты. Можно, конечно, выстрелить, попробовать. Серж? Неужели Серж съест? И, возможно, меня сейчас убьют. Так, мне помогают. Я правда не вижу, где я вообще. Выстрел. Был я и не стало меня. Мы стрим с вами обязательно проведем. На стриме будет намного проще играть. Мы с вами опять будем рвать и метать, занимать топы. Топы серверов будем занимать, ребятки. Все. Просто... Когда мы едины, мы реально силы, ребятки. Мы реально самые крутые. Так что... Если я раньше снимал летсплей, это и было не очень хорошо, то я понял, как на стримах, ребятки, мы намного круче. На стримах мы самые крутые. Вот, ну неплохо получилось. Неплохо проиграли. Уже даже сейчас. По довольно-таки приличному опыту зарабатываем. Может быть, мы не самые крутые тут, но... Спасибо, ребят. Я думаю, кто-нибудь хороший что-нибудь дописал. А почему так быстро... Вау, 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 нифига себе! Какой ты большой! Какой-то большой и сильный. Нет, 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 не ешь меня. Пожалуйста. Вот же черт. Что происходит? Они такие здоровые. Такие опасные. Меня кормят, спасибо. Так, я еще могу, в принципе, ускориться. Скушали, скушали меня, ребятки. 120 очков. Постепенно, помаленьку, у нас уже скоро 110 уровень. Вот, крутяк. Экстрим. Я так и знал, что он это сделает. Но почему-то я не стал кляп на него надевать. Ангел. Блин, блин, ски, блин. Съели таки. Даже ни одного опыта не заработали. Можно тут в уголочке поплакать, но я этого делать не буду. Идем воевать. Так.
Отлично. Сейчас мы, короче, сейчас мы все бу... сейчас у нас все будет. А где, кстати, с нашего клана? Где ребятки с нашего клана? Ёлки-палки. Надо убегать отсюда. Там прагма, в раз нас прагма съела. Опасно вообще тут находиться. У них тим, кто тимится. Очень опасно, очень опасно. Да, ребят. Ну, не очень хорошо у нас получилось, конечно, поиграть, но как-то так, все-таки это летсплей. Стрим обязательно будет, давайте крутим рулетку. Ух ты, 6 алмазов. Это на удачу нам. Ну что ж, давайте на этом прервемся, ребятки. С вами был Ларис, не забывайте ставить палец вверх. И будет продолжение на вашу любимую игрушку Агарю. Также будем ждать новых обновлений. У меня, кстати, скоро 20 тысяч подписчиков. Вот буквально на днях выйдет серия про то, как мы будем крутить 440 билетов, ребятки. Вы представляете, 440 билетов. Я думаю, это будет круто. И мы с вами опять пополним свои запасы, свои резервы. Вот, будет замечательно, интересно. Я думаю, скорее всего, это будет завтра. Возможно, скорее всего, даже не завтра, это, скорее всего, будет воскресенье, я думаю. Так, по подсчетам. Какие будут бусты, я не знаю. Надеюсь, крутые. С вами был Дарите. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.